Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня у нас будет ролик, который с яхтингом связан косвенно. Вернее, он связан с яхтенным блогингом. Потому что мне задают много вопросов, на что мы снимаем. А также люди, которые решили заняться видеоблогингом, у них возникают вопросы, как же сделать свой контент качественным и красивым. И сегодня мы решили запилить видео о камерах, на которые мы снимаем, провести вам тесты и рассказать почему. То есть сделаем вам такой технический выпуск о видеосъемке. За период времени, пока я веду блог, мы уже сменили различных камер, подвесов, стабилизаторов и прочее, уже, наверное, ахулиард. Естественно, через полгода или через год могут появиться какие-то другие камеры, что-то прикольное с лучшими характеристиками, но на данный этап времени мы пока не видим ничего, на что мы можем сменить наше оборудование. И если у вас будут советы, на что же все-таки можно поменять или что еще докупить, я с радостью выслушаю, но только я очень хочу попросить вас учесть во внимание все наши требования, все наши необходимости. То есть, чтобы это не было, у меня был Canon Mark IV, и это самая лучшая камера. Это не тот подход, который мне нужен. Мне нужно, чтобы камера соответствовала нашим требованиям, о которых я вам расскажу на протяжении сегодняшнего выпуска. Итак, основных камер, на которые мы все снимаем, у нас две. Первая — это Sony Alpha 6400. Это та камера, на которую мы ведем все статические съемки, и сейчас на нее мы снимаем. И, естественно, звук мы пишем как на саму камеру непосредственно, так и на петличке. В основном мы пользуемся петличками, потому что тот звук, который пишется через петлички, наиболее качественный. Вторая камера, на которую мы снимаем, это вот эта камера Sony X3000. То есть эта камера уже не свежая, то есть ее уже, насколько я понимаю, сняли с производства. Но тем не менее, когда мы утопили первую, мы начали искать и смотреть, на что бы ее можно было поменять. Но, к сожалению, мы не нашли ничего на данный момент времени такого, на что бы мы хотели бы сменить вот эту камеру. Поэтому мы купили еще одну такую. Еще раз повторюсь, то есть основная камера, на которую мы снимаем всю статику, это Sony Alpha 64 сотни или 6400. И вторая камера, на которую мы снимаем весь экшен, это Sony X3000. Sony X3000, мы пишем звук прямо на нее, сюда у нас вешается такая подушка, потому что ветрозащита у этой камеры очень плохая. На 6400 мы пишем напрямую, и звук пишется прямо на камеру, и я вам покажу, вот на фотографии сейчас можно посмотреть. У нас висит такая большая подушка на микрофонах, для того, чтобы сделать шумоизоляцию, вернее, ветрозащиту. И, естественно, мы это все пишем на петличке Rode, потому что качество звука, как вы понимаете, это очень важно. Обе Sony звук пишут прекрасно. Это была одна из причин, почему мы выбрали именно эти камеры. И давайте я вам покажу, как, собственно, камеры пишут звук напрямую. Сейчас вот то, что вы видели до этого момента, это все записано на петличке Rode, которые вы видели. Все спецификации будут, естественно, в описании к этому видео, чтобы вам не нужно было искать, что это за модели. Итак, теперь мы пишем на Sony Alpha 6400 звук напрямую. Мы сейчас переключились на камеру Alpha 6400, и сейчас ветра в Марине нету, поэтому нельзя сказать, что она вот прямо звук покажет вам на 100%, потому что обычно на воде всегда ветер, всегда дует. Ну, вы можете послушать, что слышно сейчас, то есть вот этот звук, который идет напрямую на камеру Sony 6400. Очень часто во время съемок нам нужно делать voice-over, то есть когда мы накладываем звук уже на готовое изображение. Поэтому для этих целей мы используем зум. Вот он такой вот у нас.
Это Zoom H1, который пишет очень качественный звук. Его можно использовать как пушку, но мы им в основном пользуемся для записи просто voice-over. Если нужно записать какие-то интершумы, типа там птички, природа, еще что-то, у нас есть такая вот большая подушка. Она вот так одевается на этот Zoom. Весь ветер гасит, мы его так ставим на штативчик и записываем все, что нужно. Вот такой дохлый кот у нас сверху на микрофоне есть. Все это пишет звук в очень качественном формате. Ну, я считаю, что это обязательное условие, потому что voice-over все-таки делается достаточно часто. Вот эта маленькая камера, она не пишет 4К больше, чем 30 FPS. То есть, если бы она писала, там, например, 60 FPS, как пишет новый Osmo Pocket 2, то, наверное, изображение было бы более качественное. Но здесь у этой камеры есть один огромный плюс. У нее есть оптическая стабилизация встроенная. То есть, когда мы идем, и вот у нас есть вибрации, то здесь не просто на матрице, как это делает GoPro, и картинка, которая вот из такой получается вот такая за счет того, что идет кроп, и все вот элементы, которые болтаются, они их просто обрезают, оставляя серединку. Плюс сама вот эта вот тушка, она водонепроницаемая. То есть она не супер водонепроницаемая, но если она упадет в воду, там каких-то пару часов, она там спокойно на какой-то глубине, там до 3 метров пролежит. То есть потом почитайте ее характеристики. Если окунуть руку под воду, ей тоже можно снимать. Но для съемок под водой есть у нас... вот такой кейс. Этот кейс идет в комплекте, то есть он закрывается, и там, я не знаю, там 100 метров, сколько там обычно эти кейсы защищают, вот столько он позволяет нырять. А сама камера имеет вот здесь вот, вот по крышечкам кучу резиночек, которые защищают от попадания влаги внутрь. Из минусов этой камеры, если ее там... У нас тут соседи что непонятное делают, поэтому тут кричат, блин, постоянно. Из минусов этой камеры достаточно хрупкий корпус вот этого вот пластика. То есть, если его где-нибудь там чем-то тяжелым придавить, он трескается и уже нарушается герметичность, и под воду его уже класть нельзя. А вот таким вот способом мы утопили первую камеру. Она у нас треснула. Мы ее заклеили, но ездили на прогулку, и туда попала вода. В общем, камера умерла, поэтому у нас она валяется просто... мертвая. На Sony Alpha 6400 у нас идет стандартный объектив, который китовый, идет вместе с этой камерой, 16-50. Обычный объектив, ничего сверхъестественного, но вот мы сейчас снимаем на него. Из плюсов это автофокусный объектив, у которого есть встроенная стабилизация в сам объектив. У камеры 6400 на матрице стабилизации нету, но у Sony это работает так. Если есть стабилизация в объективе, она отключает стабилизацию у матрицы. Если мы хотим действительно хорошую картинку, у нас есть мануальный объектив Carl Zeiss. Он вообще под Canon, потому что у меня раньше был кэноновский фотоаппарат EOS 5D Mark II, но он от соленой воды полностью умер, умерла матрица. Поэтому у меня остались объективы, я на него купил вот такой вот переходник. И теперь, когда я хочу красиво пофоткать, я одеваю, он все равно мануальный, у него автофокуса нету, поэтому качественная картинка обеспечена. Светосила у него 1.4, это фикс 50, то есть это очень красивый объектив, и он очень красиво снимает, то есть это мой любимый объектив. Кучу денег я за него когда-то заплатил, но мне он очень нравится, как снимает, поэтому для всяких творческих действий я пользую именно его. Когда мы снимаем в темноте или в лодке, там в локерах или где-то еще, у нас должен быть правильный свет. То есть у нас есть вот такой вот свет, я вам потом напишу, что это такое. Прикол вот этого света в том, что помимо того, что он просто включается, у него есть регулятор, и этим регулятором можно увеличивать яркость. Но помимо этого, здесь есть маленький экранчик. Сейчас. Здесь есть маленький экранчик, и помимо яркости, здесь можно регулировать температуру света. То есть, если нам нужно сделать холодный свет, можно сделать холодный свет, а если нам нужно сделать теплый свет, мы делаем теплый свет. Естественно, чтобы это все подключать, нужно иметь очень большое количество всяких там
всяких переходничков, кронштейнчиков, каких-то там держателей. То есть, ну, это обычно все люди обзаводятся, пока занимаются съемкой. Очень важно, чтобы в наличии были вот такие мелкие штативы, несколько, потому что даже для записи зум, звуковой совера нужен какой-то штатив, на который ставится, он у вас перед лицом, и вы в него разговариваете. Также идет для маленьких камер. То есть вот если такую, там вы где-то на природе снимаете, вы вот так вот ставите на штатив, и она снимает. То есть в этом плане очень удобно. И таких штативов у нас там штуки 4, потому что они нужны там под разное оборудование. Даже элементарно поставить свет. То есть вот здесь вот есть два кронштейна, один с одной стороны, другой с другой стороны. Вот мы берем, ставим свет на трипод. И у нас получается такая типа а-ля мини-студия. Можно расставить этот свет совершенно по разным местам, что тоже очень удобно. То есть пульты для камер Sony продаются вообще, там ничего не стоит. Там $2 на Алиэкспрессе себе заказывайте. Очень важный момент, чтобы на пульте была кнопочка REC. Потому что большинство пультов идут с кнопками просто для фотографий. А если вам нужно снимать видео, то нужно, чтобы была именно кнопка записи видео. Это очень важный момент. Просто при покупке пульта нужно обратить внимание, чтобы у вас была вот такая возможность. Под все камеры нужно, чтобы у вас было по 2, 3, 4 батарейки, в зависимости от того, сколько вы снимаете и куда вы ездите. При большом количестве съемных батареек вы достаточно автономные, причем эти все батарейки должны заряжаться от 12 вольт от аккумулятора и от 220 вольт. То есть они заряжаются по времени одинаково и ни на что не влияют, просто заряжаются от другого вольтажа, а это решает вопросы на лодке очень-очень сильно. Ну и теперь давайте для полноты картины мы вернемся к аэрофотосъемке. И мы снимаем на дрон, у нас DJI Mavic Pro 1. То есть сейчас уже, наверное, был бы второй или какой-то там, что у них есть. Единственный минус, который мне не нравится, это то, что у него с подвесом не очень хорошо. То есть когда он там летит на большой скорости, этот подвес, короче, заворачивает, и он плохо снимает. И носить неудобно, потому что в пульте кнопки, вот эти джойстики, они не выкручиваются, то есть они такие большие и нужно много места для того, чтобы их носить. Ну и вы знаете, что у первого Mavic'а проблема, он иногда теряет связь, что тоже дает некоторую изюминку в съемках. Мы его ни разу не топили, но я стараюсь просто из-за того, что я, наверное, не очень хорошо на нем летаю, не летать туда, где мы его можем однозначно потерять. То есть я стараюсь все-таки это делать более безопасно. Но аэросъемка, я считаю, что нужно, чтобы дрон был такой большой, потому что я когда-то пробовал совсем маленьким летать. Он, конечно, на ветру ему очень тяжело, его очень болтает, и то, что он снимает, меня не очень устраивало. Поэтому я думаю, что даже первый DJI Mavic снимает лучше, чем вот эти вот новенькие маленькие, хотя по характеристикам они снимают лучше, но по факту при тех условиях, когда сильный ветер сильно дует, они, конечно, справляются меньше. Нужно, чтобы дрон был вот такой, как Pro, наверное, Pro 2, а еще желательно, чтобы на нем были нейтральные фильтры на объективе, и тогда будет картинка вот прямо такая, как хочется. Поэтому если покупать сейчас, то, наверное, это все-таки Pro 2 и сразу с набором ND-фильтров для того, чтобы картинка получилась качественная и хорошая. А по тому, как они летают, они, в принципе, все одинаково летают. То есть там может какого-то скорость выше, но это вообще не важно. То есть они все умеют все то же самое. Но, скажем, для того, чтобы делать съемку для Инстаграма, там для Фейсбука, мы делаем это все на телефон. То есть все там сторис, это все делается на телефон. Мы не пользуемся камерами для того, чтобы делать контент для социальных сетей. Просто обычный телефон, на телефоне щелкнул, все, этого качества для нас достаточно, но для YouTube, к сожалению, нужно другое оборудование. Поэтому мы рассматриваем то, что мы делаем для YouTube. Для того, чтобы получить качественное изображение, видео, картинку, мы на ходу используем вот такую вот штуку. Это Zhiyun стабилизатор. Давайте сейчас я надену камеру на этот стабилизатор, пройдусь, и вы посмотрите, какую картинку мы можем получить. Штука хорошая. Единственное, что если нужно делать съемки, то есть нужно включить, подключить,
это все настроить, то вы понимаете, сколько мороки. Если нужно отснять там буквально просто там 30-секундную картинку, то вот это все подключать нужно там несколько минут для того, чтобы сделать качественно. Слишком много мороки. Эта палка может удерживать достаточно большой вес, то есть она рассчитана для больших камер, но не для самых больших, а для таких вот, ну, грубо говоря, компактных, но уже не микро, а такие, как Alpha 6400, прекрасно справляется. Ну что, давайте ее сейчас сюда накрутим и пройдем. Покажу. А вот сейчас я снимаю на Sony X3000, и вы слышите ветер, который дует. Это на камере нету ветрозащиты, но если одеть на нее вот эту вот подушку-кошку, то будет качественный звук, вот прямо реально качественный, как с петлички. Но давайте мы с ней, с этой камерой пройдемся. Вот вы видите, я снимаю сейчас в режиме блога. Здесь стабилизация в этой камере включена. И сейчас давайте я пройду вперед, разверну камеру. То есть вот получается такое качество изображения на Sony X3000. Ну что, вот мы сейчас снимаем с рук. И я делаю легкую проходочку, причем у меня на руке камера не болтается, то есть она так стоит достаточно стабильно. Я не совсем понимаю, где здесь эта стабилизация, о которой вот они говорят, но для того, чтобы снимать с рук, она, конечно, совершенно не подходит. Ну, теперь давайте я поснимаю вперед и попробую идти, ну вот просто на цыпочках, чтобы не было никакой болтанки. То есть, в принципе, если вот прямо идти медленно, то более-менее нормально. Если вот идти в обычном режиме, вот это вот я иду в обычном режиме, вот это Sony Alpha 64 сотни, и это стабилизация, которая вот в ней используется. Ну вот я сейчас иду с гиропалкой. Вы видите, насколько стабилизированное изображение. То есть оно чуть-чуть болтается, но не настолько сильно, как вот я шел. Вот сейчас вы будете видеть во втором окошке предыдущее видео и как оно все работает. То есть в сравнении. То есть вы видите, что с этой гиропалкой все работает очень качественно. И изображение очень качественное. Единственное, что ее, конечно, мороко подключать. Но в случае, если нужно снимать долго, то она вполне прекрасно справляется со своими задачами. Единственное, что она, конечно, немножко тяжелая. С самой палки можно управлять зумом на камере и делать видео и фотосъемку. Есть также несколько режимов, там проводки. Но это все как в обычных палках. У палки есть режим переключения с режима съемки на режим селфи. Выглядит это вот так. То есть, когда у тебя в руке вот эта вся фигня, там несколько килограмм начинает разворачиваться, эффектно. Ну все, идем обратно. То есть, по качеству изображения вы уже поняли, насколько вот важны вот все вот эти штучки для того, чтобы делать качественный контент. Теперь давайте посмотрим, как снимает ночью Sony X3000. Вот сейчас мы смотрим, здесь на пирсе горят фонари, но достаточно темно. А здесь на якоре стоят лодки, но там вообще ничего не видно. А если мы смотрим правее, здесь мангровый лес, ну здесь вообще ничего не должно быть видно. Ну и с правой стороны, там на берегу видно свет, варчики там и лодки, которые стоят сбоку. То есть вот так снимает. А если я вот буду себя снимать, вот так это выглядит. Если есть какой-то свет небольшой, это выглядит вот так. Ну, вот Sony X3000. Ну вот вы видите, это пирс тот же, который мы только что снимали на Sony X3000. Сейчас я снимаю на 6400. То есть есть такое достаточно большое зерно, потому что ISO 6400 камера еле-еле вытягивает. Но я стараюсь делать плавно. Но тем не менее, это позволяет все равно видеть хоть что-то. Вот смотрите, вот это якоринг. И на якоринге хорошо видно, что там что-то происходит. Даже он там красная лампочка мигает, там какие-то лодки, что-то движется. То есть несмотря на то, что освещенности не хватает, он все равно камера вылавливает там какие-то детали. Ну что, идем дальше. Вот эта часть, понятно, она черная, потому что здесь мангры. И вот здесь мы едем на берег, и вот эти вот какие-то объекты на берегу. Вот смотрите, я сейчас сделаю зум. То есть он ловит фокус. То есть
Напоминаю, что здесь вообще темно, и вот эта камера позволяет делать вот такие вот снимки, такое видео. Вот он там фокус, тяжело ему было, но он поймал тем не менее. То есть вот так вот снимает в темноте Sony Alpha 6400. Ну что, я думаю, с моментом, на что мы снимаем, мы уже можем подходить к концу. Давайте пройдемся по характеристикам и требованиям. Что же, собственно, нам нужно от камер? Нам нужно два аппарата. Первый, который мы сможем носить вот типа вот такой камерой, на которую там все снимать, там бегать, прыгать, нырять под воду. Хочу сразу сказать, что GoPro не подходит, даже не советуйте. То есть более глючную камеру, которая постоянно отваливается, у которой нужно постоянно вынимать батарейку, я не видел. GoPro однозначно нет. То есть даже комментов не нужно делать, то есть вообще не подходит. Звук, который пишет GoPro, меня тоже не устраивает. То есть это та камера, фейл по всем параметрам, к сожалению. То есть я раньше рассматривал GoPro как альтернативу, мне говорили, что она хорошо снимает, это лучшая камера, даже я смотрел вот там девятку, у меня у товарища девятка. Короче, это камеры, которые не получились. То есть я GoPro не рассматриваю вообще ни под каким соусом. Может быть, какие-то другие DJI, я не знаю, у меня не было опыта, но мне говорили, что неплохая, то есть в таком форм-факторе, как GoPro, но я, к сожалению, не знаю, у меня опыта нету. Мне нужно, чтобы на эту камеру я мог писать звук без внешних устройств, или чтобы это внешнее устройство было штатное, то есть я не делал вот этих вот там одну петличку к другую, на нее третью, это все проводочками, там, хомутиками связать. Нет, если это петличка, она должна быть штатная под устройство, чтобы не было никаких проводов, которые с нее торчат. Чтобы она сама на себя писала качественный звук. Картинка 4К и с хорошая, сочная, то есть как снимают Sony, меня вполне устраивает. Стабилизация, плавность картинки — это требование для той камеры, которая вот мобильная. Мне нужно, чтобы она была влагозащитная, то есть не обязательно waterproof, но чтобы waterproof кейс был, чтобы я мог с ней нырять. То есть это то, что касается камеры мобильной. Еще раз резюмируем. Звук, картинка, стабилизация, съемка в темное время суток – это те параметры, которые мне нужны для вот этих вот мобильных камер. Если в этой камере с темным временем суток я еще там более-менее могу пойти на какие-то компромиссы, я все понимаю, то с остальными параметрами никаких компромиссов быть не может. Далее, основная камера, на которую снимается весь контент. Опять же, качество звука, которое будет писаться на камеру, на встроенный микрофон, должно быть вот просто идеальное. Она должна супер быстро фокусироваться, супер быстро. Иметь возможности полной автоматической съемки и режимы мануальной съемки с разными пресетами, которые можно под себя настроить. И обязательный параметр — это съемка в темное время суток. Обязательно должна быть супер качественная, чтобы я ночью мог включить камеру без света, и я видел все как с днем. Хорошо, пускай будет с зерном, но я должен видеть вообще все, что происходит, и мог зайти в темное помещение и снять супер качественный контент. Ну, естественно, стабилизация изображения должна быть на таком уровне, который позволяет, вот как я вам показал, когда я ходил, вот ее вот так вот все болтало, чтобы вот этого не было. То есть, может быть, такую камеру я бы рассматривал как альтернативу той, которая у меня сейчас существует. Ну, вот я и поделился с вами своими болями и достижениями. Все спецификации, которые мне нужны, и мои требования перед камерами, я вам рассказал. Буду с огромной благодарностью принимать ваши советы относительно оборудования. И, может быть, мы сделаем что-то, купим что-то другое и сделаем нашу съемку еще лучше. А на данном этапе вы знаете, как мы снимаем, что мы делаем. Поэтому ставим лайки, пишем комменты и
не забываем подписаться на канал, о чем я постоянно забываю вам напоминать в процессе видео, хотя это нужно делать, потому что многие люди, которые нас смотрят, больше половины на канал не подписаны, а для нас это было бы крайне желательно. Поэтому, друзья, прощаюсь на этом с вами, до встречи уже на следующей неделе, пока! We'll be right back.